Вот я снова отправляюсь в пуговичный мир. Я не хочу пуговиц вместо глаз. Они мне пришили пуговицу вместо глаз в этом мире. Господи, ну это терпи. Я почти отрезал. Зачем ты зашил себе рот? Чё твои про меня с его церкви? Он если просрал уже, просто срал уже. Переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банде. Самый лучший абонент на ютубе ведь, бро. Придет время, супер-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как пишу про тебя, что не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супер-банде. Самый слепый на ютубе бандит. Эй, супер-банда, вы не поверите, но сегодня я снова отправляюсь в пуговичный мир. И не просто так, банда, чтобы спасти Настю. В прошлых видео, банда, мы уже отправлялись власти в пуговичный мир. Я просто как-то случайно первый раз его телепортнулся. И я увидел там живых людей с пуговицами вместо глаз. Только вдумайтесь, эта банда, это же реально жестко звучит. И банда, мы сразу же в ту же ночь мы отправились с Настей в тот пуговичный мир, чтобы посмотреть на этих людей. Вы не поверите, банда, но Настю там поймали. И пришили ей пуговицы вместо глаз. Если вы смотрели прошлое видео, то вы это видели. Это реально было жестко, супер-банда. И я, банда, пообещал, что если это видео будет 10 тысяч лайков, то я отправлюсь снова в пуговичный мир, чтобы спасти Настю. И вы, банда, набрали эти 10 тысяч лайков. И сегодня, супер-банда, в этом новом видео я отправляюсь в пуговичный мир, чтобы спасти Настю. Да, банда, только вдумайтесь, в это реальные наши злые двойники с пуговицами вместо глаз. А еще они очень сильно помешаны на том, чтобы пришить нам пуговицы вместо глаз. Это реально стрёмно, банда, потому что вдумайтесь, если у меня не будет глаз, а будут пуговицы, это будет очень страшно, банда. И именно поэтому, банда, сегодня я отправляюсь в тот пуговичный мир, чтобы спасти Настю и отрезать эти пуговицы и вернуть ее в наш мир. Именно поэтому, бандит, мы еще в 3 часа ночи, чтобы отправиться в тот пуговичный мир. И банда, знаете что? Если на этом видео будет 10 лайков, то супер, банда, я снова отправлюсь в пуговичный мир и отрежу пуговицы тем злым двойникам. И посмотрим, какие же у них глаза. Возможно, у них вообще не такие глаза, как у нас, банда. Это будет очень интересно, именно поэтому, бандит, опускайся ниже, остался царский лайк. И мы посмотрим, какие же глаза у них пуговичных людей. И банда, что, ждем 3 часа ночи, погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы, потому что сейчас через эту дверь я буду телепортироваться в пуговичный мир. Надеюсь, банда, у меня все получится, мне реально стрёмно, господи. Окей, надеюсь, вы готовы, что ж, нужно 3 раза сказать пуговичный мир, затем открыть двери и войти туда, и с другой стороны открыть двери. И тогда, по идее, я уже должен телепортнуться в другой мир, банда, все так же, как и в прошлый раз. Фух, я просто жестко волнуюсь, окей. Пуговичный мир, пуговичный мир, пуговичный мир. Окей, да, быстрее. Так, окей, банда, вот вторые двери, мне нужно также зайти. И потом уже, банда, с другой стороны выйти. Не знали, что получится, банда, это реально стрёмно, господи. Так, надеюсь, вы готовы, банда. Раз, два, три. Окей. Кажется, я уже в пуговичном мире. Окей, вы же помните, я ходил в эту дверь, а вышел почему-то здесь. Это было бы никак невозможно без магии телепортации в пуговичный мир. Я реально в этом мире, супер-банд, это просто жесть, кто бы об этом подумать. Теперь срочно, просто немедленно ищем Настю, чтобы ее спасти. Настя, ты где? Я там что-то слышу, банда, окей? Я реально там что-то слышу, супер-банд. О, господи, банда, просто посмотрите на это. Это же реальные Насти. Их здесь две, но какая из них моя, банда? Вы это видите, черт, о чем они вообще говорят? Эй, Настя, Настя. Эй, Настя, ты меня слышишь? О, господи, какая же не моя Настя настоящая, черт, банда. Я просто не знаю, что делать. Посмотрите, у них обоих пуговицы вместо глаз. Они обе такие странные, банда, это просто жесть. О, господи, что мне делать, я просто без понятия. О, господи, банда, вы это видите, это просто жесть. Там две Насти, у них обоих Что она делает? Погодите, почему она встает, банда? Она что, идет ко мне? Она что, меня услышала, банда? Нет, срочно, срочно уходим! О, нет, почему она идет сюда? Черт, за куда-то прятаться, банда, господи! Это просто жесть! О, черт, банда, я вам клянусь, там была какая-то из Насть, и какая-то из них настоящая Насть. Вы это видели, банда? Там только что прошла Настя какая-то. Посмотрите. Черт, банда, там прошла какая-то Настя. Окей, банда, какая-то из Насть моя, но какая именно, я не знаю. Эй, посмотрите. Настя, это ты? Настя, отозвись, это ты или не ты? Сережа. Настя, это ты, господи! Что ты здесь делаешь? Почему ты все еще не пришла в мой мир? Мне нравится здесь. В смысле тебе нравится здесь, Настя? Скорее идем! Здесь очень опасно! Куда идем? О, черт, наш дом! Домой идем, Настя! Пошли быстрее! Здесь мой дом. Что? В смысле? О чем ты вообще говоришь, Настя? О, господи, банда, вы это видите? Настя как будто промыли нас ген, она реально что-то странное говорит. Она говорит, что это ее дом. Но, банда, это же моя Настя, это Настя, которая наша с вами, супер-банда. Настя, нет, пожалуйста, пошли. Нам нужно уходить. Что ты делаешь, Настя, нет? А! Черт, Настя, нет, отпусти. Нет, Настя, отпусти меня, пожалуйста, отпусти. Нет, отпусти, не хочу пукать за место глаз. Настя, отпусти. Ну, почему пришла вторая Настя, что она делает? А нет, пожалуйста, да, нет. О, господи. Нет! Черт! Сережа! О, господи, зачем ты это наделала? О, черт, мой глаз!
О, господи, нет, отстаньте! Это просто жесть, супербанда, что они наделали, господи! О, мой глаз, господи, как же он болит! О, окей, черт, это просто жесть, супербанда, вы в это не поверите! Окей, банда, это просто жесть! Посмотрите на это! Они мне просто пришили глаз! Они мне пришили пуговицу вместо глаза, вы это видите, супербанда, господи! Как же оно болит, вы в это не поверите, банда! Посмотрите, это же настоящая кровь, черт! Они реально мне его пришили, ничего не вижу этим глазом! Это просто жесть, супербанда, что вообще происходит? А, черт! Как же оно болит, банда, это просто жесть! Посмотрите, это реально мой след крови, банда! Если верить тому, что говорит Настя, с пуговицей вместо глаз я не смогу телепернуться назад в наш мир! Получается, банда, я навсегда застрял в этом мире! Если я все не сделаю до 4 утра, я просто здесь навсегда останусь, банда! Там кто-то был, банда, надеюсь, это Настя! Господи, хоть бы у меня получилось снова и промыть мозги! Нет, стойте, это не Настя! О, черт, зачем я открыл двери? Господи, нужно скорее прятаться! О, нет! Я знаю, что ты здесь! Можешь не прятаться! В нашем мире намного лучше! Почему же ты убежал, когда мы с тобой пришли? Отстаньте от меня, пожалуйста! Я никогда не буду таким, как вы! Пожалуйста, оставьте меня в покое, Надя, Настя, я просто уйду! Раз тебе не нравится с пуговкой вместо глаза, нет? Что ты обманываешь? Я навсегда хочу остаться нормальным, таким бешеным, как ты! Не ври! Тебе нравится с пуговицей вместо глаз, разве нет? Разве тебе не нравится? Почему же тебе не нравится, я не знаю! Ты глупый, маленький! Этот вопрос, да? Да что с тобой не так, ты мой гребаный неудачный клон? Я бы с удовольствием сам тебе пришил глаза, но я не могу. Это может сделать только Настенька. Я! Теперь есть один выбор. Либо ты пришиваешь глаза, либо ты дохнешь прямо здесь. У тебя есть 15 секунд. Я вернусь за тобой. Я подумаю над тем, чтобы пришить себе пуговицы. Только дайте мне поговорить с Настей. Встретимся через секунду. Да! Есть! Окей, он почти согласен, я его почти говорил. О, черт, банда, это просто жесть. Вы это видели, он какой-то бешеный. О, черт, супрембанда, 3:20. Осталось всего лишь 40 минут, нужно скорее вернуть Настю. Окей, банда, это просто жесть. Он зачем-то вошел назад и выключил свет, видите? Они реально мне пришили глаз. Господи, мне кажется, я слышал Настю, банда. Ой, это была она. Я здесь, входи. О, черт, Настя, это ты? Да, это я. Ты не та Настя с этого мира? Нет, Сережа, это же я. О, господи, зачем ты хотела мне пришить глаза? Это не смешно было, Настя. Я хотела, чтобы ты остался со мной. Настя, я никогда не останусь в этом мире, это полнейший бред. Разве тебе этого не было понятно? Ты же знаешь мои принципы. Ну перестань, Сереж, все бы было хорошо. Мы бы были вместе здесь. Мне не нравится, что ты стала такой же странной, как и они. Ты видела, какой он вообще псих? Что он творит вообще, Настя? Это уже не смешно, пожалуйста, приди в себя. Веселый, перестань. Нет, Настя, хватит. Либо тебя отрезают пуговицы, либо ты остаешься здесь. Какой твой выбор, Настя? Я хотела, чтобы ты остался со мной, но ты не хочешь. И... Что, Настя, нет, куда ты? Что ж, сладенький, у тебя всего лишь два варианта. Либо смерть в этом мире. Черт, что им от меня нужно? Либо мы пришим глазки и сделаем тебе пуговичные глазки. Что же выберешь ты? Я выбираю нож. Нож? Ты выбираешь смерть? Серьезно? Ради чего ты хочешь сдохнуть? Ты бы мог просто пришить себе глазки и жить счастливо. Ты передумал еще? Я лучше умру, чем стану таким, как ты. Черт! Ладно. Здесь! Настя! Черт, вы слышите, они обо мне говорят! Спасается! Окей, банда, их не слышно! Их даже нигде не видно, черт! Кстати, Клоу уже немного перестал болеть! Настя? Настя, это ты! Господи, ты одумалась? Давай я тебе отрежу назад пуговицы! Эй, Настя, давай отрежу пуговицы, тебе будет все нормально! Господи, я все еще не могу привыкнуть к тебе вместо глаз пуговицы! Настя, соглашайся, давай отрежем тебе пуговицы вместо глаз! О! Ух ты, у тебя даже есть ножницы, Настя! Окей, давай скорее это сделаем, Настя, это будет просто круто! Что? То в смысле, кто из вас настоящая Настя? Что происходит? Ты точно настоящая Настя? Я настоящая. Я не верю. Откуда у тебя этот медведь? Кто ты вообще? Ты не Настя. Настя, вот. Да, Сереж, я тут. Господи, а что если ты не настоящая Настя? Что если настоящая Настя она? Конечно, что я настоящая Настя. Я даже взяла ножницы, чтобы ты отрезал мне глаза. Господи, не говори одинаково, банда. Я уже не знаю, кто из них реально настоящая Настя. Вы это видите? Их просто две, я просто без понятия. Стойте, нужно задать вопрос, который знает ответ только Настя. О, черт, реально гениально, банда. Тогда у меня к вам только один вопрос. Где у меня татуировка, о которой почти никто не знает? Эй, ты с медведем, отвечай, ты первая. У тебя татуировка на спине, сзади. Окей, а вторая Настя что скажет? Сережа, у тебя нет татуировки.
веревки. Да, это правильно. Вторая Настя победила. Ты, Настя, с медведем, ты настоящая. Но почему? Почему ты захотела отрезать пуговицы? Ты же говоришь, что в этом мире все хорошо, тебе же здесь так нравится. Ничего в этом мире хорошего нет. Здесь все психи. Господи, что с тобой? Я хочу пойти в другой мир, в нормальный мир. Я даже не знаю, я смогу что-то сделать, потому что ты родилась в этом пуговичном мире. Я не смогу тебя никак отрезать пуговицы. Ты тоже злая, как и все. Отрезай глаза, или ты умрешь, как и он. Господи, это просто жесть. Настя, прячься за моей спиной. Просто уходим. Я вернусь, я обязательно вернусь, я тебе обещаю. Я отрежу тебе пуговицы. Только, пожалуйста, дождись, хорошо? Хорошо. О, господи, это просто жесть, суприпада. О, черт, Настя, где это видела, господи? О, боже, это просто жесть. О, черт, она реально стрёмно выглядит. Настя, она точно такая же, как и ты. Было сложно понять, кто из вас кто. Слава богу, что ты знаешь, что у меня нет татуировок. Тем не менее, Настя, давай скорее тебе отрежем уже эти пуговицы. Потом ты мне отрежешь. Хорошо, давай. Окей, все, давай. О, господи, Настя, терпи. Я почти отрезал, черт! Суприпада, вы это видите? Я просто отрезал Насте пуговицы! Настя, посмотри на меня! О, господи, у нее все еще глаза, посмотрите! О, господи, здесь настоящая нить, вы это видите, панда? Самая настоящая нить, панда, вы это видите, господи! Я тащил у вас настоящую нить, суприпанда! О, господи, панда, это просто жесть, вы это видели? Окей, Настя, погоди, у меня где-то был питис, мы тебе примотаем глаза, все будет хорошо, потерпи! О, господи, панда, посмотрите, это просто жесть, Настя, как же ты стрёмно выглядишь! Просто посмотрите, панда, вот новые пуговицы, которые были у Насти на глазах! У меня все еще пуговица, Настя, что будем делать? Я не знаю, я ничего не вижу, как я тебя отрежу. А черт, знаешь что? Тогда ты телепортируйся назад в тот мир. Без тебя? Я попробую помочь тому злому клоуну, твоему злому клоуну. Давай, беги, Настя. Говори три раза пуговичный мир, и я потом приду как-то. Обещаешь, придешь? Обещаю, Настя, давай, уходи. Мир, окей, Панда, нужно быстрее уходить. Нужно спасти ту девушку. Давай, Настя, я в тебя верю. Окей, Панда, я знаю, возможно, я сделаю самую большую ошибку, вернувшись по нее. Возможно, она сейчас просто захочет меня убить. Но тем не менее, Панда, я должен это сделать. Окей. Эй, ты еще здесь, я готов ей помочь. Ты вернулся! Да, я специально ради тебя вернулся! Я не мог бросить тебя в беде! Господи, ты самый щедрый человек в этом мире! Черт, спасибо тебе большое! А черт, погоди, пока что еще не за что, за что благодарить! Давай скорее отрежу пуговицы! О, господи, это просто жесть, мне прям не верится в это, подставляй глаза! Что? О, господи, что ты с собой наделал? Зачем ты зашил себе рот? Ты что, вообще ненормальный, господи? Разве у тебя есть мозги? Черт, это просто жесть, суприпада, вы это видите? Оно себе реально зашило рот, господи! Я сейчас так в шоке, это просто жесть! Что ты показываешь, она меня не тронет, в отличие от тебя! Черт, это реально стрёмно выглядит! Господи, прости! Я вернусь с тобой, я тебе обещаю с тобой вернусь, только не сейчас! Оставляй меня с ним! Нет, я не могу, он меня сейчас убьет! Я вернусь с тобой, я тебе обещаю, пожалуйста, только терпи! Я вернусь, жди меня! О, господи, я вернусь, обещаю! Пуговичный мир, пуговичный мир, пуговичный мир! Окей, так, черт, скорее, панда! О, черт, панда, как я мог забыть? Нужно себе отрезать глаз! О, господи, окей, так, вот ножницы, которые я отрезал Насте, что? Как болит! О, господи, ай! О, это просто жесть, суприпанда! Да, я это сделал, панда! О, господи, это просто жесть! О, черт! Я возвращаюсь назад в свой мир, панда! Пуговичный мир! Сережа! О, господи, это просто жесть! Я все-таки вернулся назад, Настя! О, черт, панда, посмотрите! У меня все еще здесь остались пятна от крови! Тот клон говорит, что раны пропадут, у тебя тоже раны пропали, Настя! Это просто нечто, так бы я не смог ее вернуть, Настя! Пришел он, и ты не поверишь! Он зашил себе рот пуговицами, ты в это веришь! Это просто жесть, да! Окей, панда, вы помните 10 тысяч лайков, и я возвращаюсь, чтобы спасти того слова двойника! И отрезать ей пуговицы, чтобы посмотреть, какие у нее глаза! Или у нее такие же глаза, как и у Насти, или может быть нет! А еще, панда, по возможности, за 10 тысяч лайков. Я отрежу ему глаза и посмотрим, какие же у него глаза. Это было очень интересно, суприпанда, и бро. Вот комменты из прошлого видео. Господи, какие шикарные, просто лишь комментарии. И бро, знаешь что, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего тебе нужно это опуститься ниже, нажать свой лайк, колокольчик, и все, бро. Ты уже в моем новом видео лайкнул, как коммент, уже в моем новом видео бандит. Так что давай быстрее опускайся, пиши комментарии, и бро, помни, оставайся таким же шикарным. Пока!